Привет, друзья! Погода шикарная, несмотря на то, что на дворе декабрь, скоро Новый год, а у нас плюс 8. Решили мы сегодня с братом покопать. Одно место сейчас проверим, это лужок, покажу возле деревни. Если ничего не будет, поедем на другое. Мы там уже не раз были, на находочке там были всегда. Так что не переключайтесь, думаю, будет интересно. Будем ходить мы вот по такому вот лужку возле деревни. Ветер страшный. Спрятал камеру, так что высоко вставать не буду. Вот первый вменяемый сигнальчик. И у нас вот монеточка. Вот она. Сейчас мы посмотрим, чего это у нас. О, потерял. Ага, вот. Так, сейчас почищу. Это у нас, друзья, 2 копеечки, 1869 год. Александр III, наверное, если я не ошибаюсь. Вот такая вот монетка, вот в таком сохранчике. Ну что ж, продолжим. Солнышко светит, тепло. Не скажешь, что к Новому году осталось всего ничего. Вот был верховой сигнал, пнул. И вот у нас какая-то штучка лежит. И посмотрим. О, это у нас, по всей видимости, конина. Только какая-то она коцнутая. Большая такая. Кто-то ее отпилил зачем-то. Конина, украшение конской упряжи. Если кто не знает, я уже говорил. Забираем. Итак, чего мы имеем? Вот с вот этой ямки вывалилась вот монетка. Вот она у нас лежит. Сейчас посмотрим. Хоп. Вот, смотрите, какой оттиск остался. Видно вам? Видно. Это у нас. Ага. Сейчас посмотрим. Это у нас, друзья, копеечка 1860 какого? Через камеру не вижу. Наверное, Николай I. Ага. Нет. Александр II. Блин, состояние, конечно, подкачало. Здесь, наверное, была вода. Монетки подубиты. Но очень приятно. Почищу. Будет в коллекцию. Итак, друзья, вот выпал монетосик. Монетосик, ты где? А вот он. Вот он. Но это у нас какой-то в хлам убитый какалик. Сейчас почищу. Да, чистка не помогла. Так сказать, экспресс. Может, дома чего вылезет. Если чего очищу, напишу бегущей строчкой, чтобы вы хотя бы знали, что это было. Да, земля тут, конечно, не айс. Какое солнышко. 8 градусов тепла. Это в декабре. Так, друзья, был верховой сигнал. И вот у нас монетка прям так и вывалилась. Вот здесь она лежала. Видите? Оттиск есть. Ну, по сигналу это советик, а по размерам это у нас 2 копеечки. Сейчас почищу. Да, нету чего чистить, но это 2 копеечки СССР. Земля их не пощадила. Но все равно находка в карман. Вот видите, 2 столба и 2 гнезда аиста. Значит, там живут хорошие люди, раз возле них аист.
живет. Так, вот у нас был сигнальчик. Сигнальчик ни о чем. И вот у нас монетка. Бил как советик. Я уверен, что это будет советик. Так, сейчас это у нас 10 копеек в квадрате 1946 года. Сразу после войны. Кто-то потерял. Ходил, гулял, пас коров и потерял. Вот такой у нас советик. Продолжим. Приходил мужик. Вон он ушел туда. Попросил закидывать ямки. Так, у нас сигнальчик, ребята. Бил как серебро. И это серебро. Потому что я видел край монетки. Это у нас что? Это у нас, по всей видимости, 15 копеек 1898 год. Я посмотрел так, потому что через камеру вообще ничего не видно. Но состояние... Ну, орел хотя бы еще чуток живой. А номинал, конечно, кто-то на ней сало резал. Но все равно серебро. Класс. Вот тебе и лужок. Уехали мы от той деревни, от того лужка. Мусора много. Проволока, гильзы, обломки алюминия. Да и ветер очень сильный. Приехали на второе место. Вон брат уже пошел искать. Так что поищем еще здесь. Не переключайтесь. 10 минут поисков. И вот у нас первый вменяемый сигнальчик. Это у нас что? Сейчас посмотрим. Это у нас... У нас, по всей видимости, тыльник, ребята. Но я так думаю. Смотрите. Вот чуток он потертый. Если кто знает, подскажите. Интересная находочка. Продолжим. Вот дом какой красивый стоит. Прямо на окраине. У меня сигнальчик. И вот у нас монетка. Видите как? Оп. Это у нас. Сейчас узнаем. 3 копеечки. 1900 какой-то 8 год. СССР. Состояние, конечно, не очень, но все равно находочка. Карман. Вот вырыл такой котлован и выпала вот находочка. Где она? Вот она. Друзья, конинка. Вторая за сегодня. Это покрасивее будет. О, какая. Забираем. Прям на дорожке какая-то потеряшка. Вот она лежит. Ветер жесть. Вот, смотрите, какой отпечаток остался. Так. Чего это у нас? Это у нас 3 копеечки поздних советов. Над ней жизнь поиздевалась, но все же забираем. Вот у нас какое-то производство. А пришли мы вот по этому лужку оттуда. Там зарабатывают деньги. Вон, дым идет. Вот смотрите, какая здесь вышка. А на ней антенны Wi-Fi. Кто-то сейчас смотрит
мультики. Так, у меня был верховой сигнальчик. Прекрасный сигнальчик. И у нас выпала вот такая вот штука. Штука, ты кто? Ой, сейчас почищу и посмотрим. Думал, бляха, но для бляхи очень тонкая. Какая-то, наверное, накладочка. Потому что нет никаких ни зацепчиков, ни следов зацепчиков. Но такая вот штучка с красивым орнаментом. Однозначно коллекцию. Вот здесь была накладочка, штучка. И вот тут у нас всего ничего, и опять сигнальчик. И тоже не глубоко. Я уже ее нашел. Вот это такая вот. Вот смотрите. Это у нас бляха. Ну, если я правильно понимаю. Вот смотрите. Вот здесь и здесь были усики, которые вставлялись в дырочки на поясе. И вот такая была красивая штучка. Ну, бывает попадаются, но в основном сломаны. Но поскольку здесь трактор не ходит, то она целая. Забираем. Вот какая-то свинья выбросила две бутылки из-под пива. Не делайте так. Так, у нас сигнальчик. Сигнальчик был очень хороший. И вот у нас монеточка. Должна быть царская, потому что била 40-42. Сейчас мы узнаем, чего это у нас. Или не узнаем. Монетка, ты кто? Нет, это у нас не царь. Но монетка не менее приятна. Это у нас билончик советов. 1929 год. Черный какой. Может, горел? СССР. Попробуем почистить. Вот такая вот приятная находочка. Забираем. Вот так здесь живут люди. Забора нет. Ух, и туалет есть, и то радует. На улице декабрь, а уже, наверное, градусов 10. Очень тепло. Оделся с утра в зиму, оказался в весне. Так, у меня был сигнальчик, и вывалилась интересная штучка. Вот, смотрите. Штучка, штучка. Это у нас, друзья, ключик. Ключик как будто сердечком сделан. Красивый какой. Таких еще не находил. Разные находил. Такой нет. Будет в коллекцию ключиков. Продолжим. Итак, на сегодня все. Покопали, так сказать. Сигналов очень много. Разной чепухи очень много. Шмурдяк показывать не буду. Монетки есть. Но большинство убитые. Но и так бывает. Не все же золото копать. Если видео понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите грозные комментарии. Подписывайтесь на канал. С наступающим всех Новым годом. Не набивайтесь. До встречи. Находочки за сегодня. Какая-то накладочка красивая. Ключик очень красивый. Сразу был похожий на сердечко. Сейчас даже не знаю. На попу. Вот какая-то застежечка. Ну, я думаю, это тыльник. Если будут знатоки, пускай поправят. Вот два билончика. Один времен СССР, 20 копеечек. 500-я проба. А второй 15 копеечек Николая, по всей видимости. Советики. Двушка Александра III. Две конинки. Одна побольше,
вторая поменьше. Неопознанный какалик и копеечка Александра Третьего. Ой, второго, что я говорю. Даже написано. Почитать уже не могу. Почистится, я думаю, будет довольно неплохая. Ну, шмурдяк. Шмурдяк, это то, что можно показать. Вот такие находочки за сегодня. Всех с наступающим. Удачи.